Здравствуйте, дорогие друзья, односемейцы. Меня зовут Борис Перминов. Я прохожу марафон по борьбе со страхом при съемке себя на видеокамеру. Нужно сделать небольшую лекцию или обзор, как SEO-оптимизировать видео для размещения на YouTube или на какой-нибудь другой интернет-площадке съемки видео. Зачем нужно видео на сайте? Мы пишем заметки для людей, чтобы они читали. Но кто-то любит узнавать информацию через видео, смотрит видео. Поэтому, когда висит видеоконтент еще и на заметке, человек проходит по этой заметке, читает, смотрит видео, поведенческий фактор улучшается. Читатель задерживается. Естественно, робот и машины оценивают ресурс как положительный. Почему видео лучше всего выкладывать на YouTube? Ну, YouTube – это площадка с видеоконтентом. И ее уже используют как поисковую систему. В разряде поисковых систем YouTube на втором месте в мире. Поэтому та информация, которую мы разместим, будет интересна. Интересно, ее можно будет найти по SEO-оптимизации. Потому что поисковые машины и на YouTube также подвержены тем поведенческим настроениям, как и поисковые машины типа Яндекс и Google. Как оптимизировать YouTube канал, на котором размещаете видео? Именно тот место, где вы будете в дальнейшем вести свою работу с видео. Каналу на YouTube необходима такая же SEO-оптимизация, как и заметки. Настройка. И главным элементом в этой настройке будет являться подбор ключей в заголовке и в описании как канала, так и в дальнейшем видеоконтента. Подбираются ключи каналу как бы общие. Общие по тематике канала, по его общему содержанию. А затем уже каждое видео настраивается по соответствующему ключу и выстраивается по ранжированию самой уже площадки YouTube. На примере своего канала покажу, куда вставлять ключевые слова для канала. Ну и для видео, которые будут на канале. Здесь есть аватар наш. Нажимаем. Мой канал. Настройки. Ищем настройки. Настройки. Нажимаем. Левой мышкой. Вот здесь выпадает ваш канал на YouTube. И вот здесь статус канала. Запускаем. Выпадает панель управления и настройки. Вот здесь вкладка канал. Основные информация на канале. И вот здесь находятся те самые ключевые слова для канала, которые я уже сюда вставил. Вставляются они отдельно через запятую. Можно войти в настройку через студию YouTube вашего канала. Вот он канал. Переходим на вкладку «Ваше видео».
открывается. Открылась студия вашего канала. И вот здесь уже в настройках открывается та же самая вкладка, как первый раз. Канал. И основная информация. И вот здесь уже, пожалуйста, вставляем теги для канала. Общее количество знаков в ключевых словах не должно превышать 50-80 знаков. Когда вносим, не забываем нажимать на кнопочку «Сохранить». Как найти ключевые слова? Как найти ключик? Самый простой способ, их несколько этих способов. И самый простой способ – это подсмотреть эти ключики у конкурентов. Но нужно уметь в описании через HTML-код распознать эти ключики. Второй способ, тоже очень такой распространенный. Непосредственно просмотреть все видеоресурсы своих конкурентов. В названиях, в описаниях, которые открыты. Что еще? Ну, по фразам в поисковой системе можно определить те ключевые и те ключики, которые делаются в поисковой строке запроса в YouTube. Чем интересуются люди? Дальше. Интернет-инструмент. Очень понятный и простой KenWhatTool, в котором заходите, делаете запрос, и вам выдается серия ключевых фраз. Более сложный, конечно, и по регистрации, это вид IQ, на котором нужно обязательно быть зарегистрированным на Google. А, собственно, подбор этих ключиков, это и есть, ну, на мой взгляд, тоже подбор тегов. Ну, собственно, теги можно найти также с помощью интернет-ресурсов. Есть такое Tags YouTube. Посмотрел на него, увидел. Но там должен быть включен обязательно перевод страницы и картинок. Поиск очень хороший. Подсказка вываливается очень замечательно. В конце уже и выкладываются хэштеги для видео. Там обозначено как хэштеги для видео на Instagram. Я думаю, что это также подойдет и в видео для YouTube. Знак хэштег, я думаю, что всем знаком, как по социальным сетям, ну и в YouTube он тоже работает. Только злоупотреблять знаками хэштег и словами с хэштег не нужно. Рекомендовано не более 10 слов хэштегом в конце описания всего видео. Исходя из этого, можно задаться, как придумать название. Пишем тайтл. Потому как название влияет на кликабельность видео. Поисковые системы видят тайтл, видят ключевые фразы. Ну, естественно, выводят читателя на ваше видео. Именно в запросе по ключевым словам. Ключевое слово в заголовке лучше всего ставить первым.
в названии. Например, как вот у меня сделано было. Подработка на дому по изготовлению гипсовых фигурок. А не наоборот, гипсовые фигурки для подработки на дому. Поиск идет с высокочастотным запросом. Увеличить кликабельность можно еще в заголовке выразить эмоцию с помощью заглавных букв или цифр. Например, 5 способов выращивания огурцов. 5 способов будет привлекательно. На кликабельность влияет также и обложка. Естественно. Изображение на обложке должно быть выразительным, ярким, крупным, с большими буквами. Как заполнить описание видео и что писать в description? Описание – это фрагмент метаданных, который помогает YouTube, ну и, естественно, другим платформам, распознать видео. Главное, это помогает пользователям, которые хотят увидеть это видео. В описании должно присутствовать тот же самый ключ, что подбирали ранее. Количество знаков в описании не должно превышать 5000. А в англоязычной среде это количество исчисляется по словам. То есть не более 150 слов. Анонс, который был написан к заметке, вполне подойдет для описания видео. Описание видео на канале YouTube при развертывании должно иметь как бы три таких основных раздела. Первое – это само описание видео. Второе – это ссылки и контакты на вас, на ваши другие ресурсы. Но в нашем случае лучше всего, конечно, ставить ссылки на свой блог и на те ресурсы, на которых у вас есть еще информация про видео или про вас. И в конце подгружается описание самого канала. В моем случае описание канала почему-то не подгружается. Если посмотреть видео, вот последнее мое видео о подработке на дому, вот видно, подгрузился хэштег. Хэштеги. Само описание вот здесь. Разворачиваем и видим, вот они, эти хэштеги. А теги были внесены уже в самом описании видео. Вот такая SEO-оптимизация видео на YouTube. И не только для него. Благодарю за внимание. С вами был Борис Перминов.